В Совете Федерации состоялась юбилейная 10-я торжественная церемония награждения детей и подростков, которые не остались неравнодушными к чужой беде, проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Среди отличившихся две девушки с Мурманской области. Пообщалась с одной из них и наша съемочная группа. Юных северянок удостоили медалей Совета Федерации за проявленное мужество. Уже ставшее традиционным награждение состоялось в Москве в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В самой трудной ситуации вы не растерялись, вы не испугались, вы не струсили, вы не сбежали, а пришли на помощь попавшим в беду людям. Спасали из огня, с воды, спасали от опасных преступников. И вообще о каждом подвиге вашем можно написать отдельную книгу. Например, наша землячка Саша Андреева отдыхала с подругами на побережье Балтийского моря, когда увидела девочку 11 лет, попавшую в течение рядом с волнорезами. Времени на раздумья не было, говорит, на ее месте так сделал бы каждый. В этом и есть, по ее словам, человечность. Я, услышав крики о помощи, поплыла в ее сторону и начала пытаться закинуть ее на волнорез. Она, в свою очередь, начала меня топить, хватая за шею. Но я, набравши воздуха, ушла под воду с головой и начала закидывать ее на волнорез. Первый раз у нее зацепиться не удалось, она соскользнула. Второй раз уже я зацепилась за канаты и закинула ее. К счастью, она зацепилась и уже поползла в сторону берега. Я, прикрывая спиной ее от волн, шла за ней. Потом она уже все выбралась на берег. Там подхватили ее двое мужчин. Я за ней, мама подбежала. Спасибо, спасибо. Смелость, неравнодушие и милосердие – это то, что объединяет этих молодых ребят. Символично, что медали за проявленное мужество юным участникам торжественной церемонии вручали герои России. Помимо Саши, уже в Мурманске губернатор вручит награду и северянке Яне Шапиевой, которая в свои 14 проявила немалую смелость во время пожара деревянного дома в селе Колвица и вывела двух своих братьев и сестру на улицу через окно второго этажа. Как можно мимо пройти, когда беда на пути, и ты тот, кто сможет, поможет, спасет.